Всем привет. А вот и я, не ждали. Смотрите, что у меня есть. Троллейбусики. Это пятый же? Это пятый, да? Пятый. Тут кругом 23-й написано. Всего 5 маршрутов. 23 никак не может быть. Я не знаю. Это номер проверился бортовой. А, понятно. Следующая остановка — улица Курская. Шикарно с объявлением. Это вот тарахтение. Ну все, сидим и наслаждаемся. Блин, охренеть. Круто. Задолбали эти блогеры из Москвы, приезжают, не знают, какой номер троллейбуса. Стекла чистые, вообще класс. Сколько билет стоит, интересно? Цена не написана. Ну, водитель тот бежал, молодой человек. Но тут, видно, не принято ждать опоздавших. Подождет минут 20 следующего. Какой-то круг тут будет, Подольск. Магазин «Маяк».
нет. И как все хорошо-то. Свой век. Офигенно. За такие аттракционы можно было бы заплатить, в принципе, за проезд. Не знаю, сколько рублей, 20, наверное. Тепло. Такое разнообразие подвижного состава. Переходите дорогу только на разрешающий сигнал светофора. На 13.52 души.
Кузнечик там был какой-то большой Подольск, между прочим. Thank you.
На колесе заднем ярко выраженная восьмерка. Но это даже придает пикантности моей поездке. Чем быстрее едешь, тем сильнее подпрыгиваешь. Thank you.
чистоту, это прям отдельный плюс. Такая вот отдельная сидушечка. Блин, так высоко. Да ну. Офигеть. Офигенно. Не знаю, какой это троллейбус, ну, марка там, какие они там, мегаполисы там. Я тут Арбат у них свой тоже. Я-то не могу вон пару автобусов выучить, лязы там, не фазы. А тут их столько разновидностей, что вообще. А, вот маяк, но мне он не нужен, маяк. Мне другой магазин нужен. Просто следующая остановка дальше. Это ближайшая. И вот он туда едет. Третий или пятый какой-то вот туда едет. Я посмотрел по карте в те новостройки. И там разворачивается и назад едет. А другой поворачивает направо и тоже там разворачивается и тоже назад едет. То есть вот эту вот основную часть мы проехали. А там еще пару остановок и все. Так что много не потеряли. Но потом, когда погода будет хорошая, я сюда приеду опять. И уже и погуляю. Сейчас я и гулять-то не хочу. Даже не знаю, буду ли фотографировать что-то здесь. Потому что вот ветер сильный дует, холодный, поэтому, чтобы не заболеть. Ну, тут что-то построят уже, торговый центр какой-то, возможно. Не надо торопиться, не нужно меня торопить. Все будет, но не сразу. Это вот такая ознакомительная поездка, скажем так, деловая ознакомительная. Так, а назад, кстати, я не посмотрел, где остановки, но тоже, наверное, там у маяка. Назад тоже сниму поездку. Погуляем тоже по улице, но это новостройки какие-то, вот этот микрорайон, 3-й или 13-й, точно не помню, он такой обособленный, а старый Подольск там около вокзала, старые дома, а тут уже вот понастроили. Как тут пропускают пешеходов, нет? По тротуару. Пропускают, да. Нормально с этим. Не давят. Ну, елка тут все как положено. Да, тут объектив беленький нужен. Вот фотографировать можно. Вот так вот, чик. Ну и на такой можно тоже, чик. Но спереди я вот с такого ракурса не люблю. Елка вон там. Ну, настоящие подольцы в мае елки выкидывают, поэтому до мая, я думаю, еще простоит тут. Тем более она искусственная. Какая-то аллея тут прогулочная. Ну что, да, асфальт есть. Ну, не такой прям уж, ну, асфальт. Кто скучает по асфальту, приезжайте в Подольск. Тут он есть.
кому плитка надоела, по плитке ходить. О. Все нормально, номера 05, Приора, музыка там, аж стекла трясутся. Вот. Ну а я пришел, в принципе. Мне все инструменты. Куда же еще-то я могу прийти? Здесь они тоже есть, и вот. В общем, вот так. Заказик тут у меня. Покажу потом, что я заказал. Все. Ой, блин, ни хрена. Прям сюда, что ли? Ну ладно. Ну, москвич, чё? Номера-то московские. Можно и прям подъехать, чтобы зад свой не тащить далеко. Да, москвичи, они такие. Все, ладно. До скорого. До следующих видео из Подольска. Пока.